Всем привет! С вами я, Елена Удалова, преподаватель немецкого языка. И в этом видео мы разберем с вами 10 бытовых фраз, которые вы можете использовать, да хоть сегодня. Я предлагаю выстроить это видео следующим образом. Я буду произносить фразу на русском языке, вы можете поставить видео на паузу и попытаться сформулировать ее на немецком. После этого вы слушаете мой немецкий вариант. Ну и в принципе все. Таким образом, вы сможете пересматривать это видео множество раз, снова и снова проверяя себя, насколько вам запомнились эти фразы. Поехали! Что случилось или что произошло? Was ist los? Или второй вариант. Was ist passiert? Я уронила мой телефон. Mir ist mein Handy runtergefallen. Дословно получается, мне мой телефон упал вниз. Mir ist mein Handy runtergefallen. Давайте скажем, я уронила сумку. Mir ist meine Tasche runtergefallen. Но если, например, вы держали в руках чашку и уронили ее, то можете сказать «Mir ist die Tasse aus der Hand gefallen», то есть «Мне чашка из руки упала». Я разбил или разбила чашку. Ich habe eine Tasse kaputt gemacht, либо более немецкий вариант «Mir ist eine Tasse kaputt gegangen». Если первый вариант – Ich habe eine Tasse kaputt gemacht. Переводится дословно как «я сделала чашку сломанной», то второй вариант переводится еще более странно. Mir ist eine Tasse kaputt gegangen. Мне чашка ломаться пошла. То есть я тут ни при чем, она сама пошла ломаться. Давайте также скажем «я разбил вазу». Mir ist eine Vase kaputt gegangen. Или die Vase, если какая-то конкретная. Я порвала или порвал мою футболку. Ich habe mein T-Shirt zerrissen. Zerreißen – это рвать, разрывать. Ich habe mein T-Shirt zerrissen. Но можно сделать эту фразу еще более немецкой и сказать Ich habe mir mein T-Shirt zerrissen. То есть я мне мою футболку порвала, а не кому-то другому. Скажем, я порвала мою куртку. Ich habe mir meine Jacke zerrissen. Я запачкала мои брюки. Ich habe meine Hose schmutzig gemacht. Я сделала свои брюки грязными. Ich habe meine Hose schmutzig gemacht. Можно опять же сделать эту фразу более немецкой. Догадываетесь как? Ich habe mir meine Hose schmutzig gemacht. Скажем, я запачкала мою футболку. Ich habe mir mein T-Shirt schmutzig gemacht. Я не выключил или не выключила утюг. Ich habe das Bügeleisen angelassen. То есть дословно я оставила утюг включенным. An означает включенный. Lassen – оставлять. Оставила включенным. Включенный или включенный? Включенным. Включенный. Если среди вас есть знатоки русского языка, напишите в комментариях, куда правильно ставить ударение. Включенный или включенный. Мне что-то в глаз попало. Ich habe etwas im Auge. Или можно сказать короче «Ich habe was im Auge». А можно еще короче «Ich habe was im Auge». То есть «Я имею что-то в глазу». «Ich habe was im Auge». «Я обожгла палец». «Ich habe mir den Finger verbrannt». Дословно «Я сожгла себе палец». Но по-немецки «verbrennen» – это не только сжигать, но и обжечь. Ich habe mir den Finger verbrannt. Давайте скажем, я обжег себе кисть.
Ich habe mir die Hand verbrannt. Я сломал или сломала себе ноготь. Ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Я ударилась. Ich habe mich gestoßen. То есть я себя ударила. Можно сказать про конкретную часть тела. Например, я ударила себе руку. Ich habe mir den Arm gestoßen. Или я ударила себе локоть. Ich habe mir den Ellbogen gestoßen. На этом бытовые фразы закончились, но не переключайтесь, потому что сейчас мы повторим все эти фразы на слух. Только перед этим я хотела сказать вам, что я не только преподаватель немецкого на YouTube, я еще преподаватель немецкого на своих курсах, на которые вы можете записаться, чтобы уже на регулярной основе изучать со мной немецкий язык. У меня есть курсы по подготовке к экзамену, разговорные курсы для уровней А1, А2, Б1. Есть также курс по ассоциациям и курс по сериалу. Вся информация на моем сайте, ссылку найдете в описании под этим видео. Если вы не знаете, какой курс вам лучше всего подойдет, вы можете оставить свои контакты, перейдя по ссылке в описании под этим видео, мы свяжемся с вами и проконсультируем. А теперь повторяем все фразы на слух. Mir ist mein Handy runtergefallen. Tut mir leid, mir ist deine Tasse kaputt gegangen. Mist, ich habe mir meine Jeans zerrissen. Scheiße, ich habe mir mein T-Shirt schmutzig gemacht. Ich glaube, ich habe das Bügeleisen angelassen. Aua, ich habe mir den Finger verbrannt. Mist, ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Autsch, ich habe mir den Ellbogen gestoßen. На этом все. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте палец вверх под ним, мне будет очень приятно. А также напишите в комментариях, какие повседневные бытовые фразы пригождаются вам каждый день на немецком языке, и, возможно, одна из них попадет в следующее видео. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald! Также скажем «Я разбил вазу». Вспоминала просто долго. Похож? Все. Finger verbrannt. Правильно же сказала? Правильно. Mist. Что за mist, блин? Mist. Den Arm gestoßen. Gestoßen. Так, еще раз. Ты че вечно пальцем показывал, блин? Не натурально было. Ау! Плохо. Локоть болит. Если вам понравилось это видео, обязав... Обязав-то. Обязав-то.